Сегодня мы покажем тебе, как сделать идеальные ресницы, густые и красиво подкрученные. Первый шаг к длинным ресницам идеальной формы – подкручивание. И это очень легко сделать. Достаточно захватить верхние ресницы щипчиками как можно ближе к корням, сжать и отпустить. Подкрутив ресницы, приступим к нанесению туши. Убедись, что у тебя на кисточке достаточное количество туши. И, используя сторону щеточки с длинными щетинками, нанеси тушь на всю длину ресниц. Благодаря форме щеточки ресницы разделятся и не будут слипаться. Теперь нанесем тушь на другую сторону ресниц. Тушь можно наносить движениями по направлению к внешним углам глаз, чтобы получить эффект крыльев. Иногда ресницы на нижнем веке недостаточно длинные. В этом случае их можно подрисовать гелевым карандашом. Это добавит ресницам длины. Закончив с ресницами, нанеси совсем немного теней нежно-голубого цвета на веки, так, чтобы акцент оставался на ресницах. Чтобы завершить образ, возьми кисть-корректор и очисти пространство под глазами, чтобы на коже не оставалось никаких следов туши. И вот результат – идеальные ресницы.